Всем привет, с вами Прия. Сегодня зашел в свой оплот, и тут лежал раненый, убитый, наполовину моб. Взяв у него квест и подойдя к мобу, который стоит рядом с глазом Одина, ну, столом заданий, дали квестик. Вот, угроза на расколотом берегу. Давайте посмотрим. Ну, награды это понятное дело, сила артефакта, да, которая продаст торговцу, которую я не могу влить поверх 54 уровня артефакта, увы. Итак, сдаем квест и... Что? И типа как бы... А, и типа как бы появляется новый квест на силу артефакта. Каких-либо новых квестов нам не дается. Кстати, надо срога войны выполнить что-нибудь. Да. Это занятие хорошее. Какой-то вот такой вот вброс инфы. Это с целью того, скорее всего, чтобы игроки относительно быстрее апнули свои артефакты до нормального левела, да? Именно ради этого и делаются такие моментики. Ну что ж, всех вам благ, побольше квестов на силу артефакта, если вы нуждаетесь в ней. До скорого!